Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы с вами отправляемся в Домодедово. Где сегодня? В рамках первенства Лион второй лиги А в дивизионе «Золото» Велес сыграет с Муромом тур под номером 17. Ждем мы свистка главного арбитра и в итоге поехали. Матч у нас с вами стартовал. Велес-Муром, тур под номером 17. Самое время выяснить, кто сегодня все-таки окажется сильнее. Хорошо уходит от оппонента одного. Дальше передача его второго. Песиков, удар поворотом, и мяч в штангу угодил. Добивание выручает Присяженко. Еще момент сможет продолжиться, если бы кто-то был справа у Велеса сейчас. Ну вот так ответили москвичи. Именно ульяновский коллектив идет чуть выше столичной команды. Вот сейчас момент хороший. Опять штанга, Саркисян. И выручает Присяженко. Вот только я о конкурентах заговорил, Велес сообразил. Очень неприятный для Мурома эпизод. Некоторые болельщики уже требуют 11-метровый. Но пока Песиков держит мяч у себя на ложном. Еще одна подача. Нужно заталкивать. И Присяженко. Аплодисменты Николаю Присяженко. И с одним справился, и со вторым справился, и со всем он справляется. Сегодня Сысуев пытался так красиво убрать, а в итоге забирает мяч Велес. Песиков, ударное исполнение, 1-0! Евгений Песиков выводит Велес вперед на 38-й минуте. Шикарный удар из-за пределов штрафной площади. Наконец-то у Велеса получается то, к чему, в принципе, команда шла все эти минуты. Не получилось замельчить у Мурома на правом фланге. Велес по центру отправляется вперед. Саркисяну по центру. Ой-ой-ой, вот это что за ошибка сейчас в обороне Мурома? И сам же выручает сейчас Дмитрий Зинович свою команду. Да, да, вот такие, конечно, эмоции. А что Зинович-то делал? И как они там с Присяженко-то не разобрались сейчас? Вот это был привоз-привозыч. Сейчас забей, Саркисян, но... Ох, как хорошо получилось уйти, только мяч далековато. Потом ушел с ноги у футболиста Мурома. Это позволяет Велесу атаку 4 в 3 сделать. Удар поворотом, и это мимо. К большому сожалению местных болельщиков. Классно все было сделано, но удар у Шубина точно не получился. Пошли в чужую штрафную. Подача на дальнюю. Скидка! 2-0! Велес! И Илья Кутепов делает счет 2-0. Чем очень сильно намекают нам на то, что Велес сегодня собирается забрать 3 очка. И дальше заброс в штрафную. 1-2! Муром один мяч отквитал. И неужели от господина Кутепова? Тот оказался в сетке ворот за 8:30. До конца основного времени. Хороший прием. Что дальше? Пытается накрутить оппонента. Падает. И что это? Это 11 метров, да? Судя по реакции Першина, просто арбитр тут так стоит. И вообще ничего не понятно, куда он показывает. Это пенальти. Кто окажется сильнее? Азявин. Удар. Кузнецов потащил, но недостаточно. И 2-2. 2-2 становится счет. Азявин его сравнивает. И все у нас возвращается практически на круги своя. Может быть, действительно подумали, что все сделано. Не все, оказалось 2-2. Финальный свисток на стадионе «Авангард» в Домодедово.